Лучше, конечно же, на русском материться. На Бентли, потом тебя в пятизвездочный отель. Я очень круто играю. Вы не поймали меня этим вопросом. На пальцах я вам показываю, видите? Жмар какой. Нужно придерживать свой язык. От души в душу. 7 жовтня у Києві відбудеться головна бігова подія року – Wizz Air Київ Сіті Марафон 2018. У програмі індивідуальні дистанції 2, 5, 21 та 42 кілометри. Давай бігти разом! Деталі на сайті kyivmarathon.org. А ви вдвоєм задаєте вопрос? Окей. Так, то странно, ще не було такого, це перший раз вдвоєм задаєте. На англійському. Да. Да, на английском, кстати, когда я разговариваю, я вообще очень, очень много плохих слов употребляю. Меня даже иногда тренера мои говорят, нужно придерживать свой язык. Чтобы, например, чтобы меня не штрафовали на теннисном корте, лучше, конечно же, на русском материться. Хотя уже у нас там судьи знают и на русском выражение. Нет, не после меня. Нет, у нас там есть пару личностей. Ты сказал одно слово, сразу штраф. 5000. Обычно это где-то 500 выше долларов. То есть это стоит таких денег, да, даже больше. Когда меня приглашают в Эмиратах или в Дохе, шейхи, они, им интересно, они очень любят там теннис, и они приглашают на целую неделю тебя там пожить, потренироваться и поиграть один час в день с ними. Встречают там на Бентли, потом тебя в пятизвездочный отель где-то там селят, потом тебя, то есть там все включено, и ты один час там ставят большие вентиляторы, чтобы не было шейху жарко. И дальше там, то есть фрукты, то есть все сидят там, общаются, ну и поигрывают немножко в теннис. Некоторых игроков так приглашают. У меня поступали предложения, к сожалению, у меня не сложилось там с графиком, но может быть в дальнейшем. Мне интересно. Я, во-первых, не пью пакетичный чай. Я уже, как бы, понимаете, не того уровня. Я пью только рассыпной чай. Но могу его заваривать, кстати, по 3-4 раза. Самый тупой — пойти поиграть в теннис. Да, но человек не знал, что я просто занимаюсь теннисом. Это было в баре. Два парня, они стояли возле бара, пили пиво. Это было в Англии. Я, то есть, была, ну, одета прилично, и они такие: «О, пойдем в теннис поиграем». Типа, я очень круто играю. Пойдем сыграем на что-то. Я говорю: «Давай сыграем». Но мы так и не дошли до теннисного корта. Но это было очень, очень смешно. Наверное, перелет private jet'ом. Как сказать? Перелет самолетом. Это было в Америке. Приватный чартер мне предоставили. Это был как подарок. Поклонник. Из ATP очень тяжело. У нас очень много красивых парней. Все прям накачанные, подкачанные, загорелые. Ну, давайте начнем, наверное, Димитров, Лопес, Вердаско. У нас подрастающее поколение тоже есть там. Например, там Зверев, да? Цитипас. Ты вообще не знаешь, о ком я вообще сейчас говорю, да? Нет, я не буду оставлять никого, я так пятерку назвала. Нет, мне с ними видеться через 2 недели, куда я буду сейчас? А сейчас еще кого-то не назову, подойдут ко мне с претензиями. Но это была всегда моя мечта, побывать с вами, поотвечать на ваши вопросы. Поэтому я рада быть здесь. Тогда подержи, пожалуйста, пару секунд. Какой-то прикол. Нет!
Нет, ну что, это же не видно, что вы написали там. Всегда у всех по-разному. На каждой ракетке написано. Это имеет большое значение. То есть у меня это 18 на 19. Это получается 18 и 19. Вы не поймали меня этим вопросом. Я не пересчитывала, но это информация, ты должен это знать. Потому что каждая голова ракетки всегда разная. Ты силовой игрок, то тебе нужна меньше ракетка, чтобы еще больше тебе больше силы. Или если ты хочешь больше контроля, то тебе нужна больше ракетка, больше голова ракетки. Я играю чуть-чуть поменьше, потому что я хочу больше силы добавить в свои удары. А, это секрет. Мне нравится, как в интернете все очень бурно это обсуждают, поэтому я считаю, что пусть так и оно и останется секретом. Чуть-чуть. На пальцах я вам показываю, вот видите? Мое обличье. Да, мне очень приятно. Я считаю, это очень-очень здорово, что они смогли сделать такой проект. GIOS, очень много зданий с моим изображением, с моим теннисным мячиком. Мне присылали и видео, и фотографии, и в интернете видела. Ну, я слышала не только в Киеве, но и по Украине тоже, где-то в других городах. И мне это очень приятно, что я могу увидеть себя не только в зеркале, но и на домах. Хорошо, что вы перевели меня. Потому что я могла тут опозориться. Я любила почему-то не завязывать кроссовки очень туго. Играла какой-то матч и была очень расстроена, в расстроенных чувствах, потому что проигрывала. И попала мячом в сетку, и потом как бы подошла, хотела его ударить ногой, чтобы перебить его на ту сторону. И у меня получилось так, что я ударила, и кроссовок у меня слетел и улетел на ту сторону, прям к забору. Это было, мне было где-то 11 лет, наверное, или 12. Предлагали, Израиль предлагал, когда еще только начинала. Сейчас уже как бы нет смысла, потому что сейчас я уже точно не поменяю. Потому что у нас есть правило в теннисе, что если ты играл за одну страну, то есть ты уже не можешь играть потом за другую чемпионаты там, мира, да, в командам. То есть у них уже не имеет смысла. Нет, никогда. Нет, у нас семья очень, я не знаю, даже сказать, неприличная. Не, приличная, я имею в виду. Жмар какой. Нет, я имею в виду, что мы о таком не разговариваем. А как, ну хорошо, как ты узнала? Нет, ну а как, ну? Ну что за вопрос, ну? Я думаю, что друзья для этого существуют. Я не думаю, что я буду об этом говорить. Ну, хотя, смотря, какие у нас будут отношения. Какие у нас будут отношения с дочерью. Более открытые или она будет сама на опыте. Про Буратино. Ну, вырос, у него большой нос, все. Нашел золотой ключик, нет? Да, золотой ключик, чтобы открыть двери. Нет, там вроде, там, ну, как, кого-то там закрыли, по-моему, нет? Закрыли девочку, он ее спасал. Дальше закончился, он ее нашел и закрылся вместе с ней в комнате. Вот и чем закончилось. Это уже моя фантазия. После ваших вопросов здесь фантазия уже здесь просто гуляет. Потому что ракетка, блин, кривая. Я вообще профессионал заматывания ракеток. Сейчас мы разыграем эту ракетку, и получит ее тот, кто ответит правильно на вопрос, что написано у меня на руке. Пишите правильный ответ в комментарии и подписывайтесь на канал «От души в душу». С вами была Елена Светолина. И это была программа «От души в душу». От души в душу. А сейчас все быстро нажали на колокольчик. И через неделю, когда мы запустим вторую часть с этой малышкой, вам обязательно придет уведомление. Всем добра! Это очень депрессивный такой вопрос. Только семечки. Тебя уже трясет. Они живут просто в икре. Эту ракетку в дребезги. Но я не хочу свои деньги угробить сейчас.
Это была просто моя мечта. Миллион долларов. Сейчас я бы сказала бы такое. От души в душу.